короткое видео. В этом коротком видео я расскажу, как правильно сворачивать пакеты. Ну, правильно это, наверное, сказано в кавычках, потому что у каждого, наверное, свой способ. Кто-то сворачивает конвертиками и убирает все в ящики и показывает, что очень много пакетов можно таким образом сложить, и это его выбор, ему так нравится, таким людям нравится это. Мне же проще, вот ты пришел с магазина, у тебя продукты выгрузил, у тебя куча пакетов осталось, думаю, что с ними делать, с этими пакетами, как их быстро свернуть. Вот один из простых способов, которым я пользуюсь, и он меня устраивает. После того, как собрались пакеты, после разбора продуктов, просто стряхиваешь пакет, выравниваешь его и накручиваешь на руку. Раз оборот, два оборот, а потом между пальцами хвостик просовываешь, высовываешь его через пакет и просто делаешь несколько оборотов в натяжечку. Пакет собран. То же самое с другими пакетами. Стряхиваешь его, чтобы он распрямился, накручиваешь между двумя пальцами в натяжечку, отправил. И то же самое еще с одним пакетом, но его я покажу вблизи, чтобы было видно, как я это делаю. Ну вот, если видно, то пакет просто сворачивается, раз оборот, два оборот, между пальцами просовывается хвост пакета и высовывается с другой стороны. А потом просто вот это вот колечко, которое получилось, хвостиком оборачивается. Получается вот такой вот свернутый пакет. Кладется к стальным пакетам. Они не спутываются между собой. Нужно взять пакет, просто берете или также засовываете. Если это видео было кому-то интересно, ставим лайки, подписываемся на канал.